он немножечко так еще не совсем полностью был своими игроками. Ну и опять попытка зайти на дриблинги, заканчивается голутвы потерей, полеву. Ну хорош, хвалил его в прошлом матче защиту, у него в нападении тоже не очень получалось, но вот в защите прям великолепный матч от Родиона был. Ну а здесь хороший бэкдор получился в лицевую, отбегаю, хорошая скидка, но нет набранных очков, сразу же убегает, быстрый отрыв игра. Ну и точно в цель. Да. В чем, а в этом Антох хорош. Бесспорно. Аккуратно пытаться заносить. Вихляев на подборе. Ну, все-таки суеты многовато. Суеты многовато. Куплинов Артем готов выйти. Ну и сразу дабл. Выход готовит уже, соответственно, Гарлем. Полево. Уводит опять. Воспользуется этим ютков. И заставил соперника палить. Усатов в лицевую против Афанасьева. Ух, как лапси пытается загрузить Кудаковского. Не доходит передача до 9 номера. Ну и тут нужно защищаться на периметре под него. Афанасьев, еще одна треха. С такого же захода в динамике мгновенной после быстрого перехода Юш подные атаки просто не попадает время от времени, но практически без сопротивления. Ну, теряет за счет обострения этот мяч ГСЕ, попытались загрузить туда сразу Полевов на Иванова. Ну и так помогает Кудаковке засунул. Хорошая скидка. И здесь накрывает Куплинова. Усатов на подхвате. Два с Филатовым. Два в одного. Полами эту атаку. К сожалению, ГСЕ не успели среагировать. Снова подборы три в одного. Четыре. Вся проблема, кстати говоря, которая ни раз и ни два здесь у нас встречалась уже в АБЛ, когда есть явный лидер, явный игрок, который пытается сейчас такой сразу в прессинг включаться игрокам Гарлема, и тем не менее... Ну и Полевов. Три. Кудаковский из-под кольца проходит, но такая скидка прям на силу рассчитанная. Панфилов ее все-таки вылавливает. Правда, атаковать совсем возможности не было. Полево бросает с периметра неплохо, а Филатов из-под кольца свободно, без сопротивления добавить, к сожалению, не смог. Иванов. Вот стиль. Это если от кого таких проходов и можно ждать, в ГСЕ точно от Иванова Святослава. Этого сейчас принимают как теплого и доброго гостя. Да, блокшот поставил он. Усатов не будет сразу атаковать, а он, уходя от Филатова, чтобы тот не имел шансов зацепиться за руки. Начал бросать, не забил. Юшков опять на остановке. В нападении. Ну, понятно, тут уже, соответственно, Антону можно делать многие вещи. На Глушкова сразу же передача идет, не дают ему развернуться, но скидка на периметр. Афанасьев из фола. Оторвались. Кадышев через заслон на трехе не попадает. Якушев успевает до мяча добраться раньше всех. Кадышев со средней. Как говорится, у ГСЕ, а как-то краска и все, что ближе к кольцу, не очень. Кадышев здорово на перехвате. Юшков. Так что ему нужно эти 4 минуты концовки первой половины очень аккуратно отыграть. Усатов, хороший спин-мув, тивоход и снова флоутер от Егора на переднюю дужку. Ну а теперь в ответ. Скорости у нас, конечно, бегут оба коллектива очень неплохо. Заканчивается без попаданий, подбирать там особо было некому. Ну, есть на периметре. Выстрел. Полево. Здесь Пилат хорошо на ногах, но Антон опять разгоняется, опять умудряется оторваться от...
вот сейчас бы Гарли кто-то подсказал, что нужна защита, без фолов желательно. И full time. Действие, зашел, забил. Усатов на дриблинге в 3 секунды пробрался, но опять полевов там грамотно. Там угол убрал, снова пытается заиграть партнера. Юшков от кольца до кольца добежать точно успеет. Еще и за Тим Гарлема вторая половина. И матч прям вот обещает нам хорошую интригу. Сегодня вообще день отличных игр. Ух, как Афанасьева здорово этим отшагом убрал. Но не летит эта треха на переднюю дужку. Ну и полевок. Решение было, забить в любом случае не получил в этом проходе. Иванов на Кудаковского. Гарлем, кажется, в плане качества исполнителей очень все в порядке. Но вот какой-то структуры игровой совсем немного у команды. Команды полевого закрывает эту попытку от Голудвы. И можно на нападение опять мяч тащить. Скажем так, Усатов решает выбрасывать, сразу доведя до периметра. Иванов находит скидку. Полевов через руки. От Иванова скидочка была. Пятый кинул. Так. Ну, вот прям. На периметре Иванов сейчас закрывает бросок Кадышева. Да. В защите тут ГСЕ добавил. Очень не хватает все-таки Святу. Я уже, ну, мы все уже, кто комментирует, мне кажется, этот дивизион, говорим о том, что очень не хватает. Я говорю, что Гарлему не хватает. Не хватает, к сожалению, вот этого организации банда. А так могла бы головомойку устраивать очень приличная часть коллективов дивизиона Лаполим. Через Усатова. Понятное дело, здесь Егору тоже, как Полевову, наверное, много всего позволено в этой команде, но по решению задач по набору очков. Полевов, Вихляев разворачивается, да, и все-таки Гарлем прав, ошибается Вихляев, но у ГСЕ пока все выглядит очень-очень налажено и слажено. Усатов, к сожалению, Егор контроль над ним, опять пытается сыграть между ног Иванов, Усатов на скорости, и достаточно, чтобы сказать, что ГСЕ решает свою задачу, но... Видимо, нет, и в четвертой четверти этого будет недостаточно, несмотря на то, что Кудаковский добирается Гарлем все-таки до этого владения. Снова мяч наверху, Сата, Плоутера, через руки Ивана. Вот, если Полевов машина по набору очков в составе ГСЕ, то Усатов с Юшковым, правда, на пару, а машина по набору ходит. Ну, Сашу будут беречь, наверное, ближе к концовке. Все-таки его потерять в ротации не самое приятное. Опять Усатов заходит, много передач, много таких заходов, катов, скидок. И в итоге появляются возможности и пространство. Латав в угол загружает, но бросать тут не собирается. Опять на переднюю дужку. Юшков просто включил себе пятого номера какого-то, забирает подбор за подбором. Решает еще. Ты не скажешь, на периметре все неплохо. От Александра в защите было, но зарядил Юшков крайне уверенно. Неторопливо шагом в нападение приходит. 4 минуты есть на все про все у ГСЕ. О, класс! И от этого вдвойне интересно становится. Вернули двух больших на площадку. ГСЕ, ну Юшков. Юш 31-й. Еще одна треха. Решили такую замену провести. Не знаю, плюс 10 разница. Полевого продолжает подыгрыш. Хорошо дали сдерживать, чтобы не случилось до эндвана там случайного. 2 очка проще, чем 3. Усатов ушел от... может быть, небольшая поспешность от полевого. Не знаю, я поближе на его месте все-таки подошел. Ну, дистанция все-таки. Усатов тем временем в своих классических проходах. Еще 2 очка в копилку команде. Полевов. Иванов. Не дают Святу тут зайти. Хороший разворот от него. И хороший 2 очка.